В рамках социального раунда «Засветись» сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели занятия с представителями клуба «Активное долголетие» в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Автоинспекторы напомнили людям преклонного возраста об основных правилах безопасного поведения на дорогах и продемонстрировали принцип работы световозвращающих элементов. Дорожные полицейские напомнили, что в темное время суток и при плохой видимости они помогают пешеходам стать заметнее.